Добрый день. Сегодня второй день третьего модуля боевого НЛП. Первое занятие, на которое я приехал по боевому НЛП, ожидания, которые присутствовали, они оправдались, они превзошли все мои ожидания. То есть то, что я мог представить, вышло за грань. Необходимости озвучивать хвалебные песни там, Юрию Чичурину, или можно назвать Юрий Анатольевич Чичурин. Он и друг, и близкий человек, и в то же время учитель, мэтр. И учусь, каждый день беру что-то свое, что-то выискиваю, что-то свое. Ну и, конечно же, следующие модули, которые будут происходить и будут проходить в Новосибирске или в другом городе, я буду стараться приезжать, потому что те знания, которые я получаю, во-первых, помогают мне сделать себя счастливее, успешнее, во-вторых, помочь своей семье обрести успешность. Ну и, конечно же, в своей работе я использую их полностью, помогая другим людям или, наоборот, помогая снять зависимость от других людей. Желаю вам удачи, всего хорошего.